отдельные кристаллы попадаются. Друз не видно. Ой. Завтра надо будет заходить еще на метрик и в жилу. Ну, все, пора домой. Ой, погода какая чудесная. Ой. Новый день. Посмотрим, что он принесет. Вчера зачистка была. Сегодня еще на метр можно уйти там под жилу. А попробуем сверху снимать. Дела идут. Жалко, что камень попал здоровенный, все перекрывает. Вот отсюда видно, наверное. Его никак не обойти. Надо брать. А он что-то очень большой. Он за кувалду туда дальше идет. Сплошняк, как будто что плита кварцевая. Если возьму, то есть надежда. А вот это вот место, вот здесь вот справа сейчас, это, видимо, обвалился года два, а может и три назад. Свод, видимо, и ничего не получается. Копать это долго. А вообще, вот сейчас покажу. Опа! Вот эта жила, она скатывается налево. Вот здесь вот такой зеленый грунт. Это уже все, она дальше не идет. Она уходит влево, эта жила. Вот поэтому, чтобы идти дальше, вот сюда вот, и сюда нужно брать вот этот камень.